14-е заседание в формате «Рамштайн» и заявление Остина, который заявил, по сути, о том, что партнеры сегодня рассмотрят предоставление Украине боеприпасов и дополнительных систем ПВО. И про «Атакамс», кстати, ни слова. Почему, как вы думаете? Ну, «Атакамс» — это тоже боеприпасы. Давайте все-таки дождемся окончания «Рамштайна». Да, но сопротивление есть, мы видим. И я предлагаю, здесь мы с коллегами и друзьями в Соединенных Штатах работаем над тем, что создалась очень выигрышная политическая ситуация для наших республиканских друзей. Ведь позиции Блинкена и Остина, они значительно укрепились, потому что такой эстеблишмент республиканской партии выбрал стратегию избирательную атаковать Байдена за недостаточную помощь Украине. Да, ну, что противостоит линии Трампа. И это, конечно, усиливает позиции проукраинские внутри, но эта информация настолько сенсационна, Ньюсвика, реально вытащить Бернса и пригласить, я бы пригласил Бернса и Блинкена, ну, собственно, сверить их показания в американцев, задать вот очень простые вопросы. Действительно ли существует, да, что очень важно в этой договоренности Бернса Путин, что там подчеркивается, что она нигде не записана на бумагу, нет такой. Это как бы, но партнеры прекрасно понимают друг друга. Так вот, задать надо несколько вопросов. Первое, существует ли договоренность между правительствами Соединенных Штатов и Российской Федерации, требующая запретить Украине наносить удары по российской территории. Если существует, то почему они о таком важнейшей договоренности, причем достигнутой за месяцы до войны и окончательно спровоцировавшей Путина на войну, до сих пор ничего не было известно ни Конгрессу, ни американскому народу, и мы узнаем об этом из восторженной публикации господина Аркина о деятельности ЦРУ и его шефа Бернса. Второй вопрос, а если нет такой договоренности, то на каком основании господин Бернс развил свою бурную деятельность, оказывая давление на Украину, чтобы запрещать ударять по российской территории? Но этим не ограничивается активность Бернса. Вот он просто какой-то, он наверняка, очевидно, выходит за рамки обычных функций директора ЦРУ. Он и заключает какие-то договора, ведет переговоры о прекращении огня. Он же недавно, ну, еще одна явная совершенно провокация, он ездил в Киев на переговоры, и эта поездка, как вы помните, сопровождалась публикацией «Вашингтон-Пост», которая оказалась совершенно ложной. Публикация была такая, что вот украинцы там у себя где-то в Киеве придумали некий план мирного урегулирования, что где они решили, что когда они подойдут поближе к Крыму, в пределах досягаемости артиллерийских ударов, они предложат некий план мира, и дальше все примерно в том же плане, как все эти миротворцы, которые приезжают в Киев, там прекращение огня, что-то остается, какая-то территория у России, и вот это почетная ничья. Ну, это было опровергнуто еще во время визита Бернсона, и потом, в конце концов, когда это все несколько раз повторялось, Зеленский был вынужден очень жестко заявить, это опровергнуть еще раз, буквально накануне саммита. Помните его специальное заявление, что если хоть одна деревушка останется в руках русских, мы будем никогда не сложим оружие и будем сражаться до конца. То есть никакого... Да, а публикации Вашингтон-Пост было, что вот украинцы придумали и чуть ли не, да, похоже так, пригласили Бернса посоветоваться. Бернс ехал навязать вот этот план. Ну, пора бы вот его кипучей деятельности как-то положить конец. Мы, понимаете, мы как украинские блогеры не можем с вами диктовать господину Байдену состав его кабинета. Но Конгресс Соединенных Штатов не только может, он обязан это делать в критических для безопасности Соединенных Штатов обстоятельствах. Андрей Андреевич, а если кажется, вот допустим, представляем ситуацию, оказывается, Бернс в закрытом ли, в открытом ли формате, неважно, сознается в том, что да, такая сделка действительно была. Да, на бумаге ничего нет,
Да, ко мне могут быть вопросы за то, что я глава ЦРУ, это не входит в мою зону моей ответственности. Вот такая сделка была. А будет какие-то последствия, в том числе и для него, или нет? Вы знаете, ну, по существу, я считаю, это признаки государственной измены. Но на бумаге-то ничего нету. Но... В судебном плане очень трудно будет ему что-то предъявить, но у Конгресса есть другой инструмент, он может просто потребовать его отставки. Это вполне реально. И это расчистит окончательно атмосферу внутри американской администрации. Это и будет тогда решающей победой группы сторонников Украины, которые, не стесняясь, ставят целью Соединенных Штатов победу Украины. Они вот это... Ну, теперь-то вот нам абсолютно ясно смысл этой загадочной формулы не поражения Украины. Это вот ничья. Та самая почетная ничья, которой добивается Путин. И, в общем, сегодня Бернс и Селиван, можно обсуждать их мотивы, но факт очевиден. Они работают на путинскую концовку войны. Андрей Андреевич, также интересно ваше мнение по поводу того, что вчера произошло. Я напомню, что Россия вышла из этой так называемой зерновой сделки. И что было дальше? Дальше Штаты осудили, конечно же, призвали Россию вновь пролонгировать эту сделку. Там даже Китай присоединился, что было тоже весьма интересно. Турция, само собой разумеющаяся, ООН и Украина. Но президент Украины делает следующее. Он направляет запрос в Турцию и ООН. Говорит, ну, Россия не хочет, давайте тогда вот мы будем это делать сами, без России. Выходит Песков сегодня утром и заявляет о том, что мы не гарантируем безопасность тех судов, которые будут выходить из пункта дислокации в пункт назначения, собственно. И вот вопрос, что будет дальше? Будет ли Россия атаковать эти суда? Будут ли они вообще ходить? Будут ли там, застрахуют ли их? Что Турция как себя поведет? Будут ли ответные меры, ответный огонь в случае применения оружия, да? Открытие огня со стороны России, Черноморского флота России? Или все гораздо проще? Россияне просто не рискнут открывать огонь, ну, потому что это уже, извините, это уже страны НАТО, а у Эрдогана есть свои козыри, они касаются и Турции, и Нагорного Карабаха. Да и в целом это страна НАТО, поэтому она может очень красиво ответить. Что вы вот думаете? Вот я бы начал не с того, что Турция страна НАТО, а от того, что у Эрдогана есть свои козыри. Понимаете, Эрдоган политик, ну, такого же типа, как Путин, в смысле... Ну, я не хочу произносить некорректных терминов. Ну, крутые пацаны такие, которые привыкли решать вопросы. Ну, как Путин говорил, что он в школу пошел, питерской подворотне. Ну, я не знаю, какой подворотне обучался Эрдоган. Но это два таких пацана с одинаковыми взглядами на мир и решение вопроса. И между ними немедленно обозначается один всегда альфа-самец, и обозначается он навсегда. И это первое их столкновение было, естественно, на Кавказе, когда Эрдоган поднял ставки, он поддержал своего союзника Азербайджан, а Путин испугался, он моргнул, он не вышел, не явился на войну в Карабахе, предав Армению, которая... Путин же разве... То, что происходило в Карабахе, Путин разыгрывал минимум десяток раз, начиная с 90-х. Это же начинаются какие-то столкновения между армянами и азербайджанами. Они продолжаются несколько дней. Потом Путин весь в белом спускается сверху, устанавливает прекращение огня и сохраняет контроль и над Баку, и над Ереваном. Вот он пытался еще раз разыграть эту партию. Но тут появился Эрдоган, который оказал очень серьезную поддержку Азербайджана, и это кончилось плачевно. То есть один раз он проиграл Эрдогану в этих гляделках, и он проиграл навсегда. Я думаю, вы знаете, какой я боюсь того, что Путин испугается. Почему боюсь? Потому что, ну, сейчас, я думаю, Эрдоган пойдет на... Ну, он же не может оставить без продовольствия 22 замечательных африканских народов. Он пойдет на сопровождение украинских кораблей, и Путин в последний момент, в ближайшие дни, Путин моргнет. Вот сейчас они, ведь слушайте,
заявление Пескова прозвучало первое, оно удивительно было, его неправильно прочли все. Уже после удара по Крыму, когда он должен был клокотать ненавистью к западному миру, ко всем, которые обманывают несчастную Россию, тогда он что сказал? Мы немедленно вернемся в сделку, как только будет выполнено российское условие. А в чем-то, какое там российское условие? Они добиваются уже год, чтобы сынку Патрушева, банку сынка Патрушева, этому сельскохозяйственному банку, подключили SWIFT. То есть речь-то идет о бабках, личных бабках каких-то. Поэтому Песков, прекрасно зная настроение своего шефа, оставил дверь открытой. Но вот тут уже за Эрдоган-то я не боюсь. Вот тут бы Запад должен проявить волю и унизить Путина окончательно. Сейчас что делает Путин? Путин опять там топая ножкой, пронося угрозы, требует в эти часы, когда мы разговариваем, дайте Патрушеву SWIFT. Вот не надо давать Патрушеву SWIFT. Все равно Путин приползет и так. Путин приползет в эту... Вы правильно сформулировали ситуацию сопровождения судов украинским зерном турецким военно-морским флотом. Она проигрышная абсолютно для Путина. И внутри страны. Он никогда на это... Ну, объективно, это какой... Турецкий флот господствует в Черном море. Никакого российского... Российский флот только может трусливо откуда-то из-под воды забрасывать ракетами украинские города. Вот такая ситуация. И это вообще закончит два дня весь конфликт. Так что важно, чтобы за Эрдогана я не беспокоюсь. Я вот боюсь, что Запад ему даст вот это все, на все его условия, и он приползет продолжать сделку. Андрей Андреевич, хочу, чтобы вы еще прокомментировали, попросить вас прокомментировать слова президента ЮАР Сирила Рамафоса, который заявил, что Россия угрожала ему войной в случае задержания Путина по ордеру Международного уголовного суда. Процитирую. «Россия ясно дала понять, что арест президента Путина будет объявлением войны России. Сам МУС, Международный уголовный суд, выразил обеспокоенность ядерной угрозой со стороны России после вынесения ордера на арест. Южная Африка не имеет права объявлять или вести войну с Россией и не хочет». Конец цитаты Рамафоса. Я напомню, что Путин должен, я не знаю, приглашают ли его, не приглашают. То, что происходит в публичной плоскости, это одно, а то, что там за закрытыми дверями, как говорят, это совершенно другое. Но тем не менее, значит, на БРИКС были планы. И есть две причины, которые сейчас обсуждают. Первое. Он не поедет, потому что был уже мятеж Пригожина, и он не хочет покидать территорию России, чтобы не повторилось. Вторая связана как раз с ордером. То есть он боится этого всего. И вот слова Рамафосы. Что вы думаете по этому поводу? Ну, я думаю, что в любом случае чудовищный провал. Собственно, не провал, это существо российской дипломатии. Если он угрожал своему союзнику по БРИКСу войной, там для Южной Африки вообще логическим продолжением этой ситуации был бы демонстративный выход из БРИКС. То есть просто нужно выйти из БРИКС и забыть обо всей этой истории, правильно? Как можно поддерживать союзнические отношения со страной, которая грозила тебе нападением? Да, наверное, они там даже ядерным, наверное, там как Соловьев какими-нибудь этими Посейдонами, Сарматами грозились. Но это полное дно уже российской дипломатии. Хотя я не знаю, а с другой стороны, нас ожидает какой-то саммит Африка. Россия, на которой собирается 49 стран, ну и тот же Рамафоса тоже собирается приехать. Но в любом случае очень, очень показательно. Грозят своему союзнику уничтожением, войной. Да, собственно, как раз после этого, я не знаю, мне казалось, что нужно призывать международное сообщество отреагировать, нужно мобилизовать армию, что-то сказать, нам угрожают, нужно что-то делать, по крайней мере, да, или как минимум отказаться, собственно, то, о чем сказали вы. А тут просто, нам Россия угрожает, что мы можем сделать?
вот так вот, мы не хотим вступать в войну. То есть какая-то странная позиция. Я в этом ищу какой-то подвох. И мне кажется, что не просто так он об этом заявил. Просто хотят пригласить Путина, а западной прессе сказать, слушайте, ну, Россия бы объявила нам войну, поэтому вот пусть он тут побудет, а вы, пожалуйста, не арестовывайте. Нет, или ну, там, в любом случае, это громадная дискредитация для Путина, что он угрожал союзнику войной, и дискредитация для самой Южноафриканской Республики. Какого же недостоинства, если она приглашает после войны? Да. Но это не единственный и не последний провал российской дипломатии и внешней политики. Вот тут же хотелось бы сразу спросить по поводу Лукашенко, потому что у Путина есть арест, а вот сегодня комитет Европарламента по иностранным делам призывал Международный уголовный суд рассмотреть возможность выдачи ордера на арест президента Беларуси Лукашенко. Депутаты говорят о том, что Беларусь также, во-первых, несет ответственность за ущерб, причиненный Украине, и в частности они считают, что Минск причастен к незаконному вывозу детей, что на самом деле есть правдой, как мы знаем. Арест Лукашенко, не арест, извините, а ордер на арест Лукашенко получит? Я думаю, получат, да. Угу. Андрей Андреевич, в таком случае в заключение позвольте еще буквально последний вопрос. Он касается вагнеровцев, которые там в Беларуси, значит, уже пятая колонна, как сообщается. Зачем они Лукашенко? Что будет происходить в ближайшее время с ними? Ну, для Лукашенко они только угрозы. Это абсолютно неуправляемые. Никакой внешней угрозы ни Украине, ни тем более там модно сейчас в российских Z-каналах пугать вагнеровцами Литву, Польшу, что вот они там в течение дня захватят Сувалский коридор. Да. Ну, они уже сталкивались с странами НАТО. Помните, был такой случай? Они пошли какой-то нефтяной заводик взять у американцев, Даль-эль-Зор, кажется, это место. Их там покрошили очень основательно. Тоже с ними будет и в этом случае. Угрозы они представляют, еще раз повторю, только для одного Лукашенко. Что им взбредет завтра в голову? Может быть, провозгласить там какого-нибудь Седова правителем Белоруссии или всего союзного государства Беларуси или России? Но это уже, пусть он сам разбирается с этими угрозами. На Москву. Он реально может пойти на Москву с этими вагнеровцами или нет? Или они нужны просто там, условно, для того, чтобы, я не знаю, оппозиции там нет, но вот граждане, которые могут повыходить на так называемых выборах на улице, да, как это было в 2020 году, ну вот разбирайтесь с ними, может, моего потенциала личного там не хватит, как было в 2020 году. Может, ну, и вот для этого? Такая задумка есть. Ну, дождаться до... Динамика событий настолько стремительна, что мир спокойный, он до следующих выборов не доживет. В любом случае, я думаю, это присутствие вагнеровцев никакой радости ему не добавляет. Это вынужденное решение, одна из мелких сделок его так больших расчетов с Путиным.